Здравствуйте, мои юные друзья. Сегодня мы будем слушать Кизару, и трек называется «Как ветер». Друзья мои, прям вот чувствуется, что Кизару ужалила оса какого-то правильного образца, и он вот назвал песенку достаточно романтично. Вот. Ну давайте узнаем, что он там насочинял. Ой, самое лучшее всего, что он даже две минуты не читает. Вот представляете, какая бурная у него фантазия. Но это хорошо, если песенка не очень, то вот эти две минуты самое оно, даже меньше. Погнали. Эй, на всех моих белых. Я делаю кэш, он летит как. Подо мной дроп-топ, я лечу как ветер. Я делаю кэш, он летит как ветер. Неожиданно. Подо мной дроп-топ, я лечу как ветер. О май, как так? Пулап это драп-тап. Драйв-бай, тек-найм, пап-пап. Хедшот, раздал дым, вай-фай. Сломал рэп, муай-тай, хентай, бентай. Гэн трахнул твою ферст-трай. Can't stop, won't stop, мне не нужен пит-стап. Представь, каждый раз level up. That's life, их мувы ни о чем. Они степят кое-как. Бэм, боже, храни этих бедолаг. Я был разбитым, дыхал воздух, улиц я скитался. Им нужен такой бэк, чтобы тыкать меня пальцем. Иногда жизнь нагибала, брат, но я не сдался. Хотите быть, как я, сначала отрастите яйца. Я никогда не думал, что зайду так далеко. Я бы встречал лоял друзей, нажил много врагов. Передаю привет всем тем, кто мечтал, чтобы я не смог. Я делаю кэш, он летит как. Подо мной дроп-топ, я лечу как ветер. Я делаю кэш, он летит как ветер. Подо мной дроп-топ, я лечу как ветер. Ну, друзья мои, что я хочу сказать? Конечно, ну, не скажешь, что там что-то было сильно крутое, но вот что значит, иногда можно всякую фигню петь. Но если музыка получается достаточно музыкальная, вот, то ты прощаешь все тому, кто читает так. Вот. Но что, ну, тут даже был смысл. Вот. Что-то последнее время Кизару, как и Славу КПСС, тянет на философские темы, связанные со смыслом жизни или что-нибудь подобное. Вот, в этот раз Кизару тоже, видите, рассказал нам, что он делает деньги, и все, кто когда-то ему завидовал, плевать он хотел на них, правильно? Вот. Ну, припевчик или что там, вот этот вот, как ветер, было музыкально очень, ну, не очень, но для него очень, вот, и было, ну, потом вторая часть, она такая уже была более спотыкачая, но уже ничего не испортила, потому что в целом это было необычно конкретно для Кизару, что говорит о том, что он начал экспериментировать. Вот. И, по-моему, и в прошлую песенку я уже сказала, что в нем что-то изменилось. Да, Максим, не помнишь? Нет. Вот. А сейчас он вообще другой. Вот. Ну, пускай полторы минуты, но все-таки он был другим. Поэтому мы это обязательно оценим. Итак, значит, тема раскрыта, единичку даем. Изюмчик был, потому что то, что сделал Кизару, это и есть изюмчик. Вот. По смыслу все было понятно. Ну, конечно, там ничего такого особенного не было, но ладно, 7 баллов за смысл. Вот. По музыке тоже, я думаю, 7 баллов и 7 баллов за атмосферу. То есть, представляете, насколько у меня это поднялся рейтинг Кизару, обычно его ругала. Итак, 23 балла делим на 3, получается 7, и 7 баллов получает Кизару за свою песенку. Вот. Ну, возможно, можно было бы и больше, но все-таки я считаю, что несмотря на то, что у Кизару получилось быть абсолютно другим, до того, чтобы вау, еще далеко. Ну, моего вау. Всем пока!